помните, была такая картинка, брали пятиугольник, дальше от него рисовали вот так, был такой? Да. Такие вот отрезки, дальше вот так вот соединяли, дальше что мы делали? Проводили вот так отрезки, да, везде здесь? Да, я тоже делаю. Вот, и потом соединяли. Это есть вот тот самый додекаэдр. Я задаю простой вопрос. Существует ли на этой картинке Гамильтонов цикл? Что такое Гамильтонов цикл? Вы должны пройти все время, приходя по ребру в новую вершину, и в конце вернуться в исходную точку. То есть надо пройти все ребра пройти? Нет. Если все ребра пройти, это называется Эйлеров путь. Оси. Гамильтон – совсем другой человек. Это английский математик, да? Нет. Вы не должны пройти по всем. Что? Это тот, кто доказательство Пуанкаре дошел там до первых ступеней. То есть перед нами уже. Слушайте, значит, у вас какие-то. У вас какие-то странные идеи про историю математики. Вообще-то Гамильтон жил до Пуанкаре, во-первых. Во-вторых, ну вот к тому, что мы сейчас делаем, это вообще не имеет никакого отношения. Нет, ребят, вообще, вот что называется, научно-популярная литература иногда очень-очень даже мешает. Я всегда по этому поводу, что мы здесь занимаемся не последними словами науки, а наоборот самыми первыми. Потому что это все, конечно, замечательно, английские ученые доказали и так далее. Но если у вас нет четкого, что называется, базиса, если вы не знаете основные вещи, с которыми вся наука началась, то для вас это просто пустой звук. Вот есть такие люди, которые любят порассуждать о квантовой механике, там, о парадоксах теории относительности. Ну, это все, конечно, замечательно, только это болтовня. Если вы не знаете, о чем вы говорите. Невозможно его так пройти, поскольку с каждой вершины отходит. Так уж и невозможно. А может быть? Гамильтон. Гамильтон. А если это можно пройти? Каким способом? То есть? Вы должны выйти с какой-нибудь вершины. Пойти, ну давайте, скажем, до сюда выходим. Пойти в соседнюю по реку. Потом еще в какую-нибудь. И в конце концов вы должны пройти все вершины. Мне кажется, да. Это невозможно. Есть доказательства. А можно вы прессуете? Можно проходить два раза по вершине. Нет. В этом идея, что по вершине можно пройти ровно один раз. Я прошу. Вы прошли? Да. Отлично. Тогда давайте просто говорите мне, куда дальше идти. Один, два, куда дальше? Вправо. Нет, ну, здесь, нет. Когда я иду, у меня всегда бывает либо влево, либо вправо. А, вправо тогда. Сюда? Да. Нет, вправо. Да. Не вправо. Да, нет. Ты шел за двойкой, это лево. Итак, это три. Дальше куда идти? Дальше. Влево. А? Влево. Влево. Четыре. Еще влево. Убирать. Вверх. Да. Вправо. Вправо. Да, сюда. Это лево всегда, это лево. Это все-таки лево. Дальше. Так, теперь получается вниз. Вправо. Ну да, вправо. То есть сюда? Да. Еще вправо. Уже влево. Влево. Вы никак не можете себя посадить на этот додекаэдр, начинается чувствовать себя путником, который вот идет отсюда. На самом деле уже даже понятно, что сюда идти нельзя, поэтому, конечно, надо идти сюда. Да, да, дальше. Дальше. Вправо. Если ты вправо пойдешь. Да, да. Отлично. Еще вправо. Ага, да. Это лево. Вправо. Все.
Сюда? Да. Нет, нельзя, потому что вы не сможете вернуться. Конечно, надо идти сюда. А, надо вернуться в исходную точку? Конечно. Ну, вы и дальше так можно будет сейчас дойти. Ну, что-то... Да, да, можно туда, да. Так, поняли? Это одна из первых в истории математических душ. Там, где... Так не ребра, надо Надо внимательно слышать условия. Пройти по всем вершинам по одному разу. Вот одна из первых в истории вообще игрушек. Когда Гамильтон придумал эту картинку, он, да, понимаете, что, конечно, он занимался довольно серьезной математикой, и в его представлении это было связано с разными математическими вопросами. Но для широкой публики просто наладили производство вот, собственно, таких картинок, и даже делали модели, чтобы это было прямо в пространстве. И вот надо было ходить и пройти по всем вершинам. Я считаю, что я объяснил, что такое гамильтоновский цикл, так? Да.